сегодня снимаю начало курсинга. Наверное, первые побегут выпиты. Бордюки сидят в засаде. Ожидают. Да, скажи. Очень ждем. Вы ждете? Ждем. Пипец, как ждем. Очень ждем. Очень как вот как ждем. Да, сильно. Скажи, ну поменьше, чем выпиты, судя по всему. Да? Вы готовы бегать? Очень готовы. Очень готовы? Да, да, очень. Да, да, сейчас пойдем бегать, да. Ясно тебе? Поскочишь. Да, ты поскочишь. Ага, вот именно ты поскочишь. Черемша, не надо так делать, как ты. Выпитов пример берут. Это у нас тут село недалеко от Барнаула. Называется Зимари. Черри, чё орём? Кого ждём? Да госечка. О, чики-скизи, вот так. Аврора у нас самая энергическая. Да не орём же, сейчас побежим. Да, хорош бесноваться. Короче, тут беснуются, там проверяют курсинг. Вот, скорее всего, первые побегут выпиты, даст бог, я засниму. Вот. Ну, наверное, буду сегодня делать монтаж, потому что одним видео это будет долго и неинтересно. Но атмосферу я, в общем-то, засняла. Вот это поле, полностью все поле. Хорошо, показать пальцем. Это у нас поле для курсинга. Вот, видно, веревочка разматывается, там ее по с бобины. Она вот где сейчас человек стоит, организатор курсинга, вот сейчас хорошо приближу. Вот, там есть ролики. То есть веревку зацепляют за ролики, получается не прямая траектория. Хорошо, что сейчас мы до курсинга снимаем, потому что позже я буду держать собак. И, собственно, уже будет тяжело рассказывать. Вот там, где... Привет! Я снимаю маленько видосы, как мы побежим. Рассказываю людям, что такое курсинг. Но не прямо сейчас, я потом в YouTube выложу. Буду ликвидацией безграмотности в этом плане рассказывать. Но не во всех же городах курсинг есть, правильно? Вот, так что посмотрят люди, как красиво выпьют и побегут. Даст бог, да? Борзые в тот раз ничего не успели догонить, чуть инфаркт ни микарда не схватил. Лежал по 40 минут, отдыхал после нашего совместного забега. Типа его это подкосило. Не, на этом он наберет, конечно, физуху, там жарко просто было. Ну, типа, да. И что-то это. Я решила с летним курсингом подзавязать. А вот осенний вполне себе, думаю, норм. Не, уже должно быть. Пучком, ну. Вот сейчас самый сезон, да. Сезон. Ну, вот, короче, вот поле, сколько там, 4 ролика, да? Где-то там, там, там. И, наверное, вон там. 4, да? 2 ролика. Видно тебя. 2 ролика, серьезно? Вот этот раз же 4 нам. Ну ладно, я думаю, нам хватит. Там те окончательно перепутались. А, они на 4 начали связать. Ага. А? Ну наши тоже. А что, с двумя реально лучше? Не меньше связать. Интересно. Да. Вот. Ну посмотрим, видишь, с другой стороны в траве искать, пока походишь. Самая проблема этот ролик потом натягивать. А там стали... Флажки? Ну не флажки, но просто палочки. Палочки. Ну, чтобы натянуть вообще вот в этом поле найти этот ролик, он небольшой, размером с тарелку, наверное, вот такой. И как бы на него веревочку наматываешь, и получается в этом месте, где ролик, приманка будет делать резкое ускорение и имитировать поведение зайца. Ну, мы сейчас все это дело благополучно увидим. Да, выпиты? Да! Да, мы увидим, как бегает выпитый! Да. Ну, короче, предварительную запись я сделала. А окончательно уже когда побегут. Ладно.